Привет-привет! Меня зовут Лилия Донскова. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня мы будем с вами смотреть каталог номер 7 компании Oriflame. Я вам не просто расскажу про продукцию, а я вам покажу ту продукцию, которой я пользуюсь сама. Расскажу то, что мне нравится. Есть продукция, которая мне не нравится. Тоже об этом расскажу. Объясню, почему не рекомендую ее брать. Особенно это видео полезное, конечно, для новичков, тех людей, которые еще не знакомы с продукцией, но уже думают о своих первых заказах. Итак, приступайте к просмотру. Каталог номер 7 начинается с 13 мая и закончится 1 июня. Он будет идти ровно 3 недели. И сразу такая жаркая обложка говорит о том, что нас ждут два новых парных аромата. So Forever Together, женский, мужской. Я заказала себе пробники этих ароматов. Мужской неплохой, прям такой интересный аромат. Женский, бомбический, очень вкусный. Я думаю, что он будет любимчиком у многих, кто любит такие страстные, сладковатые ароматы с фруктовыми нотками. Мне он очень понравился, потому что я вот люблю такие ароматы. И, конечно, у него очень классный ценник, всего за 999 рублей любой аромат. Так как это новый каталог. Далее, бомбическое предложение. Это помада матовая, жидкая. У меня есть два оттенка, и, честно скажу, пользуюсь ими постоянно, особенно светлым. Темный не всегда, потому что он такой яркий, достаточно обязывает и одежду соответствующую одеть. Я вам его вот так покажу. Цвет какао. Это оттенок пряное какао. 35-826 код. Он идет всем, и брюнеткам, и блондинкам, и рыженьким. А второй оттенок – это ореховое пралине 35-824. Вот этот на каждый день, более такой приближенный к натуральному цвету губ. И мне он, конечно, идеально подходит. Особенно с моим теплым таким оттенком волос я его полюбила. И хорошая очень цена. Думаю, что в первую неделю каталога уже запасы поиссякнут на эту помаду. Здесь у нас тоже хорошие предложения на стойкие помады, матовые оттенки и атласные оттенки. К сожалению, у меня такой помады нет. Я решила немножко остановиться с помадами. Сейчас поймете, почему. У меня огромная коробка помад, особенно много из серии Giordani. Например, из коллекции «Золотой соблазн» у меня целых 4 оттенка. Мне, конечно, они нравятся очень, но она отличается от других помад. Сейчас покажу, чем. Я сейчас все оттенки вам покажу. У меня есть такой красный искушение, да, искушающий красный. У меня есть светлый розовый, 77-й. Подождите. Да, 77-й. Это у нас утонченный розовый. Вот так прям их поставлю. Далее у меня есть оттенок 48-й. Вот здесь у нас будет стоять очаровательный пионовый. Кстати, один из моих любимых цветов. И у меня есть 76-й. Это чарующий кофейный. Ну, кстати, видите, сильно отличается от того цвета, который показан на картинке. Давайте по очереди я их вам покажу. Мне эта помада нравится своей прозрачностью. Вот видите, у нее такой увлажняющий очень, атласный блеск. Такая она приятная на губах, просто супер. Кофейная, более теплая помада такая. И она, видите, она прозрачная, то есть она не будет такая темная, как ее показали на картинке. Следующая, утонченный розовый. Очень нежный, очень классный цвет, прям ее обожаю. Думаю, за лето я ее точно израсходую. И искушающий красный, он не такой красный, как мы привыкли. Он даже с каким-то, видите, малиновым подтоном, то есть он красно-розовый. Он не классический красный цвет. Я бы назвала его карминовый такой даже. Хотя вот в помаде он совсем другой, по-другому смотрится. И помада действительно супер на губах. И поэтому у меня их так много. Я попробовала сначала одну пионовую, я в них влюбилась и стала подбирать себе оттенки, которые мне более так нравятся и для меня подходят. Из этой помады у меня ни одной не оказалось. Как, не знаю почему, но вот такую помаду я не брала Icona стиля. Но я уверена, что все эти помады очень крутые. У нас две туши.
шикарное предложение на лето, потому что обе туши термосмываемые. Я пробовала и ту, и другую. Вот я вам красненькую покажу, я только сегодня раскрыла, распечатала, даже еще не красила. Я хочу показать, какая у нее маленькая щеточка. То есть, если вы имеете представление, да, о всех щетках Oriflame, то это удивляет своим размером. Она просто малюсенькая, но ресницы она прорабатывает обалденно. И в чем фишка этой туши? В том, что она смывается просто теплой водой. Она не смоется в море, в реке, в бассейне, в душе, в прохладном. Но если будет теплая вода, то она просто снимется с ресничек, как одежда. И это просто круто. Никаких разводов. Не надо специальных средств, снимающих макияж. Вы ее просто смоете теплой водой. Я на море просто от нее балдела. У нас шикарная коллекция теней. У меня есть несколько оттенков, и я их покупала, когда еще я была брюнеткой, и поэтому мне теперь вот сложно пристроить вот этот синий цвет. Он мне как-то такой темно-синий, не очень подходит. Я бы его заменила на какой-нибудь другой оттенок, ну, может быть, попозже. И покажу вам, где-то у меня есть праймер. И есть у нас праймер под тени. И я рекомендую таким праймером вам обзавестись. Покажу, почему. Давайте вот здесь будем пробовать. Вот смотрите, нужна малюсенькая капелюшечка. Это я, кстати, много выдавила. На оба глаза такое количество хватит. Поэтому хватит очень надолго. То есть мы наносим, можно пальчиками, можно кисточкой. Как вам удобно, я прям пальчиками наношу всегда праймер. И он, видите, делает легкий-легкий тон, тонирует кожу. И на него хорошо прилипают тени. Я вот взяла кисточку специально. Ну и давайте вот эти синие тени как раз попробуем. Это тени просто, без праймера. А здесь я покажу вам на праймер. Смотрите, как ложатся тени. Вот так поближе. Очевидная разница, насколько здесь прозрачный цвет, его практически нет. И насколько здесь круто тени вот прилипают, и их очень много, они очень эффектные, классно держатся. И такой макияж более стойкий, и весь день можно ходить и не переживать, что тени там свернулись и так далее. Но, кстати, я не гарантирую, что у обладательниц очень жирных век макияж не свернется. Он может, в принципе, любой макияж свернуться. Но этот на праймере все равно будет более стойкий, чем без праймера, и более насыщенный. Поэтому я, конечно, от праймера без ума. А что я хочу сказать по поводу теней? Они неплохие тени. Я не могу сказать, что я от них просто в бурном восторге, но неплохие. Крашусь ими регулярно. Вот видно, что уже светлые заканчиваются. Очень много пользуюсь этими коричневыми. Это темный кофейный. Вот я в основном матовые оттенки выбирала. И два у меня блестящих оттенка. Это как раз сливовый тауп. И у меня, по-моему, розовое золото. Да, вот этот розовое золото. Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, я на него заглядывалась. Здесь уже кодов нет. И, конечно, нужна палетка, чтобы все эти тени сложить. Они на магнитике. Вот так вот в дырочку их можно вытолкнуть тени какой-нибудь иголочкой. Они вылетят легко и стремительно. Так, дальше. Что здесь еще крутого? Очень крутые вот эти карандаши, стойкие тени-карандаш. Я, кстати, регулярно сейчас пользуюсь оттенком из старой коллекции. Я подвожу им глазки снизу и растушевываю тенями. И вот мой цвет похож что-то между бронзой и кофе. Больше зелени. Вот сейчас, к сожалению, такого оттенка нет, но эти тоже очень крутые. И на них классно тени ложатся. Их можно как самодостаточный использовать продукт для того, чтобы вот оттенить глазки. Они прям очень хороши. Карандаши для глаз. У меня есть два оттенка, черный и коричневый. Ничего не могу сказать. Хороший карандаш. Просто хороший вот черный карандаш. Хорошо пририсовывает стрелки, не тянет кожу. То есть он не слишком мягкий, то есть он не сворачивается, не съезжает. И не слишком жесткий. То есть он такой, какой должен быть карандаш для глаз. Он комфортный, удобный. И я им с удовольствием пользуюсь, когда делаю стрелки. Например, если делать стрелки подводкой, то подводка у меня может растечься. А этот карандаш, он не течет. То есть он стойкий, вот он впитается сверху тенями, если еще пройтись. То он не размажется, не растечется от воды. Хороший карандаш. Так, здесь у нас классная кисть. Кстати, у меня очень похожая вот эта кисть пушистая. Я сейчас активно в основном ей пользуюсь. Мне нравится.
А про такие тени я не могу вам показать их, но я могу сказать, что они хорошие. У меня был оттенок какой-то вот из кофейных. Да, я люблю эти тени, они классные, они хорошо лежат, они отличная база под сухие тени. То есть их можно как самостоятельно носить, так и как базу использовать. Но они будут не такие яркие, как показано на картинке. Это я вам точно могу сказать, что они будут немного светлее. А далее, стойкие тени. Это тоже мои фавориты. У меня вот как раз есть все три оттенка, которые сейчас представлены. И я вам их покажу. Я их обожаю просто, эти тени. Сейчас все открою сразу. Почему я их люблю? Они матовые, они стойкие, и они очень круто держатся весь день. Вот такой вот оттенок, самый светлый. Они смешиваются друг с другом, прекрасно друг друга дополняют. Вот такой оттенок песочный нюд. Тот был нежный беж, этот песочный нюд. Он такой с рыжим подтоном. О, он прям классный. И у меня есть мягкий тауп. Все тени мне очень нравятся. И вот нежный беж я использую как, сочетаю как и с песочным нюдом, так и с мягким таупом. Они идеально друг с другом сочетаются. То есть рекомендую. И они классная основа под сухие. То есть я светлые тени наношу на веко, растушевываю кисточкой и сверху наношу сухие тени туда, куда мне нужно. Например, если мне такие оттенки не устраивают, и я, например, хочу какой-нибудь другой макияж, то я просто беру любой оттенок из сухих теней, а этот использую как базу. Тоже все круто. Макияж стойкий, прям классный. Так, пудра. У нас есть пудра компактная матирующая и есть просто компактная пудра. Смотрите, два оттенка здесь, два оттенка здесь. Я вам просто покажу упаковку, потому что у меня это из старенькой коллекции. Просто что это упаковка простенькая, не ждите от нее какого-то волшебства. Но и за такую цену, как бы, ну, нормально. А вот начинка очень классная. То есть пудра замечательная, она хорошо матирует, лежит на коже, то есть она такая шелковистая, приятная. Ее надолго очень хватает, и я в основном ей сейчас и пользуюсь немножечко. Хотя есть и рассыпчатая, ну, это и удобнее. Быстро, раз, 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 и все. Поэтому пудру рекомендую, она всегда такая прям приятная. Так, тональной основы такой у меня сейчас нету. В принципе, я ее пробовала. Да, она хорошая, хорошо матирует. Она действительно очень хорошо подойдет для обладательниц жирной кожи. Поэтому, девчонки, на лето самое то, что нужно. У нее хороший SPF 20, хорошая цветовая гамма. То есть палитра такая, ну, действительно, вот на лето выбор огромный. Все, что нужно нам, выберем. Я увидела, какой классный набор для коррекции бровей. Набор бритв. Боже мой, ну это так здорово, что можно взять вот наборчик такой и дома в домашних условиях сделать себе классные бровки. Потому что настолько быстро они выходят из строя, брови, да, обрастают, что их постоянно надо корректировать. И это сэкономит огромное количество времени и денег, если самим приспособиться и делать дома хорошие бровки. А вот про этот продукт я могу просто песни петь. Вот у меня сломалась коробочка, так она отламывается. Ну, что я про них могу сказать? У них есть, действительно есть тут кисточки, как чемоданчик спрятаны. И это мой любимый продукт номер один для коррекции бровей. Я в основном им всегда пользуюсь. И сверху еще иногда прохожу тушь для бровей. Но всегда, когда вот вы меня видите, я и на мастер-классах крашу этим корректором брови. Ну, он просто идеальный. Смотрите, один оттенок темный, один светлый. Если брови среднего оттенка, то можно чуть-чуть взять темного, чуть-чуть светлого. И оно при смешении получается идеальный цвет. Я в восторге просто от этого корректора. Это, наверное, тот продукт, который ходит. Да, действительно, это топовый продукт в топ-10 моих любимчиков. Он входит 100%. Поэтому я рекомендую вам, берите, пробуйте. Это классная штука. Так, у нас есть парфюмерные спреи. На лето самое то, что нужно. Легкие, приятные ароматы. Несмотря на то, что у них невысокий ценник и это туалетная вода, они достаточно стойкие. Они очень хорошо держатся. У них у всех приятные ароматы. У меня был вишенка, аромат и с жасмином. Здесь с жасмином нет. В этот раз у нас с сиренью. Но даже хочу сказать про сирень, что это не такой вот
как раньше был, да, сирень, жесть просто сбивал с ног. За счет того, что у него смесь, тут разные и зеленые листья, и гелиотроп, из-за этого получается очень вкусный оттенок аромата, и он приятный, его хочется вдыхать и вдыхать. Покажу вам тоже один аромат, который мне нравится. Он сладковатый, он дерзкий, да, то есть у него восточно-древесные амбровые такие направления. Очень вкусные нотки, есть нотки апельсина. И я его правда люблю, потому что видно сразу, если у меня аромат наполовину закончен, значит он крутой. Потому что если мне аромат не очень нравится, то у него будет прям в начале вот такая стоять черточка. А этот аромат мне понравился, прям классный. Такой я не брала себе аромат, ни мужской, ни женский. Очень нравится Eclat Femme Weekend, потому что он шлейфный, туалетная вода, но на 5 с плюсом. Стойкость обалденная, аромат такой, знаете, пудровый, шлейфный, он очень вкусный. Тоже я его брала пару раз, наверное. Очень меня манит аромат новинка, но я держусь. Я держусь, чтобы не заказать, потому что ароматов очень много. Хочу, чтобы немножечко хотя бы коллекция, ну, подзакончилась, чтобы освободить пространство для новых ароматов. Но я не удержалась и заказала себе Pose Swiss Secrets. Кстати, когда он только вышел, мне он совершенно не понравился. Я этот аромат не поняла, не прочувствовала. То есть, ну, вообще никак. Прошел год, и мне попал в руки пробник, и я его решила потестить. И на меня он произвел просто сногсшибательное впечатление. Что-то изменилось. Я не знаю, что в моем организме, скорее всего, что-то поменялось, но я стала воспринимать этот аромат с таким удовольствием. Смотрите, я его буквально вот за полтора месяца, третью часть аромата я использовала. Мне он очень нравится. Я получаю огромное количество комплиментов, и заказы пошли на этот аромат. То есть, кто от меня его чувствует, все говорят, что это за чудо. То есть аромат не спутаешь с другими. Он очень яркий, он сильный. И я бы сказала, это аромат с характером. Просто он, ну, просто бомбический. И я рекомендую. Выпишите пробник, потому что он не дешевый, этот аромат. Пробник подегустируйте, а потом уже берите, если вам понравится. Так, здесь у нас без скидок ароматы. О, мужской лидер покажу. Кстати, очень хороший аромат. Это Мишин. Он им пользуется с удовольствием. И когда он первый раз его нанес, мне аромат не понравился. Я его как-то не восприняла всерьез и восторга не испытала. Но когда он стал им пользоваться там третий, четвертый, пятый день, и я говорю, слушай, аромат-то классный. Он действительно хорош. И за такую цену 100 мл прям рекомендую. Он и стойкий, он мужественный. В нем нет триторных ноток. Он не слишком свежий. То есть он прям такой классный аромат для, ну, не для подростка, а для мужчины, для молодого, такого хорошего мужчины. Рекомендую. Отдельная тема Novage для мужчин, для женщин. Не буду на ней заострять внимание, потому что это долго. Я просто хочу сказать, что Novage — это крутая линейка в Oriflame, как и Wellness. И об этом надо просто отдельную лекцию посмотреть в интернете, чтобы вы понимали, насколько это крутой продукт. Так, далее. Мужская коллекция. У нас хорошие цены. Смотрите, какие скидки большие. Здесь у нас дезодорант мужской. Два варианта. Так что, да, есть что посмотреть для мужчин. Триммер у Миши такой есть, тоже ему очень нравится. Для мужчин прикольный рюкзачок, часики. Так, на мужских не останавливаюсь, потому что я их считаю, что нужно ароматы все-таки пробовать. Подводка Giordani Gold. Обратите внимание, у нее не острый, как мы привыкли, да, острый карандаш, острая подводка. У него такой скошенный кончик, и чтобы накрасить стрелки, нужно приспособиться. Я его себе брала, пробовала, но мне он не зашел, мне неудобно. Может быть, вам понравится, конечно, его хватает надолго. И он черный такой, хороший пигмент, но не очень он мне как-то понравился. Так, что на этой страничке? Объемная основа под тушь. Нравится, пользуюсь. Действительно классный результат. Она у меня чуть-чуть испортился цвет из-за того, что когда я крашу подводку сначала,
то она у меня остается на ресничках, задеваю ресницы, и потом этой тушью снимаю подводку. К сожалению, я ее так немножко подпортила, но этот продукт мне нравится. Действительно дает эффект классные, пушистые, объемные, длинные ресницы. Мне прям вот зашел этот продукт. Гелевая подводка. Да, она крутая. Она действительно крутая, эта подводка. Но видите, практически не использована. Почему? Неудобно. Нужно отдельно кисточку. На кисточку она налипает, кисточку надо мыть. Ну, как-то вот, да, классно ей красить, все супер. И хорошая стрелка получается, и долго держится, но неудобная форма, поэтому... Вы знаете, я люблю делать макияж быстро, чтобы не задерживаться, а для меня вот это все очень сложно. Так, тушь 32079. Вот всем нравится тушь Джордани, а мне из всех тушей подошла только единственная вот эта, с пушистой кисточкой. Очень хорошая, классная тушь. Потому что от всех других Джордани у меня на втором слое получается, что кончики ресничек загибаются вниз и как паучьи лапки выглядят. Это ужасно. А эта тушь мне супер подошла, и я ей тоже пользуюсь с удовольствием. Но все-таки на первом месте для меня тушь 5 в 1. Так, тональная основа. Стойкая, минеральная. Обращаю внимание, что у нее SPF 15. Хороший солнцезащитный фактор. Очень хорошая тональная основа. Сейчас у меня ее нет. В данный момент другой пользуюсь. И рекомендую кисть. По крайней мере, я привыкла пользоваться именно такими кистями, наносить тональную основу. Для меня это лучший вариант, как вот лежит тон. Ни губки, ни пальцы, ни спонжи, ни силиконовые, а именно вот такая вот упругая, плотная, круглая кисть. Она просто шикарная. Так, здесь, на этой страничке, я вам покажу помаду икону стиля. Именно металлик. У меня есть целых 3 оттенка. Опять же, к вопросу, почему я не буду заказывать пока помады, потому что посмотрите, сколько у меня помад практически новых. Так, 3 оттенка. Начнем с первого. Сияющий нюд. Вот сюда его нанесу. Очень крутые помады. Смотрите, она так переливается. Она немножечко жестковатая. То есть она сухо так лежит на губах, но губы не сушат. Очень красивые все помады. Розовая. У меня есть холодная роза. А вот такой вот цвет. Своеобразные помады, но мне они понравились. И у меня есть рубиновое мерцание. Она прям такая яркая. Вау! Смотрите. Ух! С такими губами в пир и в мир. Обалдеть. И они практически, видите, все новые. О, очень рекомендую CC крем Джордани, тоже я его несколько раз брала, у него 35 SPF, высокий солнцезащитный фактор, прям то, что нам надо, девочки, чтобы кожа не старела, надо ее защищать. И крутецкие сияющие пудры, вот эти румяны, да, в шариках, но это будет такое, как хайлайтер, но только такое нежное, приятное сияние с коррекцией, потому что здесь шарики и зеленые, и фиолетовые, и такие желтые, золотистые, белые. Все они перемешиваются, получается очень крутой эффект. Кожа омолаживается. Вот визуально кожа прям на 5 лет моложе сразу становится. Тушь. Посмотрите, какая у нее кисточка, как сверло от дрели, она так закручена. Я к ней быстро очень приспособилась, тоже брала несколько раз такую тушь, и мне она тоже нравится. Она вот прям оригинальная, и ресницы она и объемные делает, и пушистые, и длину, и подкрутит. Очень классная тушь, прям ничего не могу сказать. Вот такая тушь мне как-то, ну, она неплохая, но я к ней равнодушна, правда, и к такой тоже. Так, дальше. Да, есть что показать. Это мое любимое средство для снятия макияжа, для снятия косметики водостойкой с глаз. Вот такая медузка, тоже очередной флакончик уже почти заканчивается. Надеюсь, что его никогда в жизни не снимут с производства, потому что я даже не представляю, чем я еще буду снимать косметику. Это средство, которое удаляет макияж буквально 2 движениями. Но надо сначала намочить ватный диск, подержать на глазках, подержать 30-40 секунд, потом аккуратненько снять и просто вытереть низ. То есть буквально за 2 движения, за счет этого кожа не растягивается, забыла показать, его надо обязательно так взбивать перед применением, хорошо-хорошо взбить, потом смочить ватный диск,
протереть, потом перевернуть диск и протереть уже чистой стороной. Потому что первый слой, когда мы наносим на ватный диск, он жирный. То есть вы видите, да, тут такой жирненький какие-то, даже следы мы видим на флакончике. А вот они капли, так красиво. Ау, супер. Вот, хоть оно и в простенькой упаковочке, но средство бомбическое. Тоже всякие подводки. Кстати, такие никогда не брала, поэтому я не рассказываю про то, что я сама не брала. А вот интересный продукт, это карандаш-маркер для бровей. Вот я его брала. Не дешевый продукт. Я взяла попробовать. Мне он вообще не подошел. Я не поняла, как им покрасить брови, как сделать форму. Я им промучилась, так он у меня и высох. Я его потом выкинула. Но у меня есть несколько клиенток, которые пищат от него и говорят, что это лучшее средство на свете. Я не знаю, как это объяснить, но надеюсь, что вам оно тоже нравится. А я вот такая вот, не влюбляшка в него. Так, что у нас здесь? Закажи пробник помады. У нас будет новинка, потому что... Так, что у нас здесь готовят? А, это не новинка, это у нас сейчас есть эти помады. Если у вас нет пробников, можно заказать, попробовать. В следующем каталоге будет на них большая скидка. Карандашики для губ, да, они классные, вот правда. Я даже карандаши Giordani не люблю, потому что они суховатые, они не ложатся так классно на губы, как ложатся вот эти карандаши The One. Они маленькие, правда, мы их не точим, то есть у них такой тупой стерженек, но смотрите, как классно они ложатся, то есть вау, губы готовы. Это был розовый оттенок, сейчас скажу, какой цвет. Классическая роза. Это у меня сейчас теплая корица пошла. Теплая корица. Такой цвет классный. Мой любимый цвет, кстати. И самый светлый это бежевая роза. Вот такой он. Прям светлый-светлый. По такие нюдовые цвета. Вообще уже руку всю изрисовала. Даже негде рисовать. Вот я их все обожаю, эти карандашики. И я даже если они заканчиваются, я покупаю всегда новенькие, на них часто бывают большие скидки, я покупаю новые и даже не парюсь, потому что все остальные, там Color Box серия, тоже мне не нравятся эти карандаши. Giordani, дорого, но не лежат так, как хочется. А это все супер. И посмотрите, какая классная палитра оттенков. Практически под любую помаду мы можем подобрать цвет, то, что нам нужно, прям суперски. Так, далее у нас тут бальзамчики для мгновенного увеличения губ. Интересная тоже фишечка. Дальше. Вау, моя любовь. Да, это моя любовь. Это палитра маскирующих средств. Серия The One. А, зеркальце, маленькая такая палеточка. То есть она небольшая. Ее очень надолго хватает. То есть я пользуюсь уже, наверное, год вот этой палеткой. Может, чуть-чуть поменьше. У меня розовый уходит чуть больше, потому что я его наношу вот на эту зону. У меня здесь синяя вена проступает, которая кидает тень под глаза и как будто бы синячки. Я перекрываю розовым, а коричневатым я перекрываю веснушки. А это пудра, просто пудра, практически ей не пользуюсь, ну она мне как бы тут и не нужна. Честное слово, лучше бы ее убрали и сделали два больших отделения для маскирующих средств. Чем оно мне нравится? Оно очень плотное. Смотрите, даже так видно, вот я взяла на руку, где попробуем, вот тут давайте. Оно плотное, оно отличается от всех наших консилеров, корректоров, маскировщиков, какие есть в Oriflame, тем, что оно лучше всего перекрывает действительно такие вещи, которые надо скрыть. Потому что все остальное, как бы, оно меркнет перед этим средством. Так, про тоналку ничего не скажу. Когда-то пробовала, уже не помню. Потому что есть любимчики, например, у меня сейчас в фаворитах Азе крем. Тоже интересно, у меня клиентка одна взяла его, ей вообще не понравился. Но остальные все брали очень много, у меня их в заказе, как-то в каталоге он был с хорошей скидкой, наверное, один каталог назад, пятом. У меня их заказали 4 штуки. Просто я по телефону сказала, что он мне нравится, он крутой, он классный. Заказали, и все потом отписались, что очень понравился. Очень крутой крем. Это я, кстати, вот у дочки взяла, потому что мой закончился. Ну, вот капельку попробуем. Он дает такое сияние коже. Он ее классно выравнивает. Он такой легкий. У него SPF 30. Он такой удобный флакончик, маленький. Хотя здесь такой же объем, как во всех, 30 мл. Ну вот, не знаю, нравится. Прям я влюбилась в него и рекомендую всем. Так, здесь у нас праймер. А, да, праймер, конечно. Кстати, праймер
Есть у нас сиреновейдж, есть еще какой-то вот основа. Но я люблю этот. Он дешевенький. Вот просто он такой, его даже не видно на лице. Он недорогой, но он так классно справляется с этой задачей, чтобы вот выровнять кожу, скрыть поры, матовость придать. Действительно, макияж держится намного лучше. А уже потом сверху на него наносим тональный крем или тональную основу. У нас кремов-то нет, да, в основном тональная основа. Хотя вот этот крем-тон. Консилер тоже. Вот консилер неплохой, но он тоже очень прозрачный. У меня его часто заказывают. У меня есть девочка, которая его постоянно заказывает. Заканчивается, она берет новый. Ей очень нравится. Дочке моей, он, ну, вообще, она говорит, мам, ну, он мне ничего не перекрывает. Ну, то есть надо пробовать, подойдет вам или нет. Какая у вас задача стоит. Так, на этой страничке все для ногтей. И я скажу, какие продукты я особенно люблю. Мне очень нравится закрепляющее покрытие с эффектом гель-лака, потому что вот реально получается, как будто бы только вышла из салона красоты, и ногти выглядят такими объемными, как будто это не просто лак Oriflame, а гель-лак. И даже многие не верят, что просто на ногтях обычный лак покрыт. Вот это мне очень нравится. Матирующее не пробовала, сыворотку тоже не пробовала. Очень нравится двухфазное масло для ухода за кутикулой. Ну, вот правда классная штука, вот так его нужно взбултыхать, потом нанести немножечко на кутикулу, я вот так прям кисточкой наношу по чуть-чуть и втираю в кутикулу просто пальчиками и оставляю впитаться. Если я сразу ногти не буду красить, то я так и оставлю впитаться. Если буду красить, то надо, соответственно, масло это удалить, иначе лак не будет держаться на ногтях. То есть любые все жирные покрытия мы должны снять. Так, что еще? Самое любимое мое средство – это укрепляющее покрытие для ногтей. 32038, вот такое голубенькое. Вот, это тоже все, тоже прикольное. Так, защитная основа под лак и глянцевый тоже пробовала. Ну, знаете, классные штуки, в принципе, в Oriflame хорошие штуки по уходу за ногтями. И мои самые любимые лаки. Вот именно эти лаки мне нравятся больше всего. Из всех, которые у нас были, полненькие такие, вот лак, который у меня сейчас на ногтях, это из серии, где там 10 лаков вышли, такие яркие цвета. Цвета классные, но лак мне не очень нравится. Этот намного лучше по качеству, поэтому если выбираете, то выбирайте его. И, кстати, здесь объем 8 мл, а тех лаков, по-моему, по 5 мл объем. Поэтому тут и объем больше, на дольше хватит. И цвета шикарные, и держится здорово. Тут буквально один слой положила, и уже шикарный маникюр. Так, что у нас на этой страничке со скидками? Ничего. Пролистываю все, что касается аксессуаров, потому что по ним будет отдельное видео. Далее. Смотрим что-то здесь со скидками. Если сейчас увижу, что-то расскажу. Так, помада Stick, несколько помад, кстати, помада хорошая, здесь на скидке. Кстати, вот 90 часики, значит, эта коллекция уходит, и нужно покупать именно сейчас, потому что потом этого не будет. Скраб для кожи, ох, как мне нравится этот скраб, если вы скучаете по скрабу Novage, который у нас был, то это прекрасная его замена, он тоже очень мягкий, у него кремовая формула, у него очень маленькие, мелкие такие отшелушивающие частицы, комфортные, кожа классная, я вам его рекомендую, и цена прекрасная, цена, то есть можно брать смело, потрясающий скраб. Вышла новинка в серии Optimals, это мультизащитный дневной крем с SPF 30, шикарный крем, мне понравилась его упаковка, то что здесь у нас будет не дозатор, а из тоненькое такое отверстие мы будем выдавливать крем. Интересно, посмотрим, как это работает. Скорее всего, тоже надо заказать на пробу, тем более с таким высоким солнцезащитным фактором, это супер. Меня радует серия Optimals, наконец-то сделали в таком классном дизайне, и очищающие средства все идут с дозаторами, потому что это очень важно, удобно. Тоники, это вы уже подбираете сами, у нас, кстати, на канале есть видео по всем типам кожи, посмотрите, какой у вас тип кожи и что для вас подойдет, потому что это свеженькое видео, там целая серия роликов, и вы, конечно, выберете для себя то, что вам подойдет из каталога. Так, здесь
покажу, такая классная штука. Наверняка обращаете внимание, что какая-то коробочка с какими-то салфеточками, вот так она выглядит. То есть маленькие салфетки, распечатывать не буду, потому что это под заказ. И в этой коробочке 50 очень тоненьких салфеточек. Но что самое интересное, одной салфетки достаточно, чтобы промокнуть все лицо. Лицо будет выглядеть идеально, матовая кожа, как будто только свеже сделали макияж, и кожа будет дышать. То есть вот эта маленькая салфеточка впитает весь жир и всю влагу, которая испаряет ваша кожа. Поэтому на лето, на жару, самая классная такая палочка-выручалочка. Прям рекомендую. Так, далее. Ну, по уходу за кожей сами посмотрите. Novage – это просто отдельная тема разговора. Моя любимая теперь серия – это экологен. Кстати, недавно общалась с моей подругой, которая, ну, давно мы не виделись, и я просто наблюдала за ее лицом и не могла понять, что произошло. И потом в конце я не выдержала и говорю: слушай, ты так шикарно выглядишь, у тебя такое подтянутое, красивое лицо, я любуюсь тобой вот на протяжении всего нашего общения. Я говорю: что случилось? Что произошло? И она говорит: я купила себе нашу серию Ultimate Lift и пропользовался курс, и реально, говорит, вижу сама результат. Я говорю: так результат просто бомбический. Поэтому, девочки, я прям рекомендую, не экономьте на своем лице, потому что когда вы классно выглядите, это не только вы радуетесь, но и окружающие. Далее. Смотрите, скидка на праймер уход, тоже вам его покажу. У меня есть этот праймер, он такой прям гель прозрачный. И, ну, я вам могу сказать, что я брала также праймер серии Zevan, и он мне нравится настолько же классно, как и праймер серии Novage. То есть это прозрачный гель, вот я его наношу, ничего не видно, то есть он не тонирует кожу, это просто база под тональную основу, чтобы сузить поры, да, визуально там морщинки уменьшить, кожа будет выглядеть более гладенькой, тональная основа ляжет идеально ровно, ну, то есть классно. Очень люблю нашу маску ночную, у меня моя заканчивается, и я уже новую себе купила и сразу ее открою, потому что, ну, маска работает круто. Если я знаю, что у меня на следующий день мероприятие, или будем снимать видео, надо классно выглядеть, конечно, на ночь я нанесу обязательно эту маску. Смотрите, ее наносят через несколько минут после ночного крема. На глазки не наносим, только на лицо и шею. Далее, тоже очень крутой продукт, это двухфазный пилинг для обновления кожи. Девочки, это вот все равно, что вы будете ходить в салон красоты. Я думаю, что эффект получит точно такой же, но в разы дешевле. То есть обновление кожи, морщины становятся менее заметные, тон кожи становится ровнее. А потом про поры говорила или нет, поры менее заметные. То есть кожа выглядит сияющей. Вот мне прям это очень понравился, этот курс. Наша серия Эко Бьюти знаменитая. Королевский бархат. Обратите внимание, подтягивающая маска для лица кремовая. То есть это не тканевая маска, как мы сейчас уже привыкли, это кремовая масочка. Так, это серия для молодой кожи, проблемной молодой кожи. То есть, да, как это, палочка-выручалочка. По поводу наших аппаратов. Вот сразу, да, Skin Pro, это мой любимчик, я его просто обожаю. И когда вышел новый, я его сразу заказала и рекомендую вам, если вы в премьер-клубе, то использовать свою 50% скидку, потому что цена снизится в разы. Вот считайте, 50% от этой цены — это 2000 и еще 20% скидка. 1600 всего лишь выйдет такой шикарный аппарат с тремя насадками, очищающая, массажная и отшелушивающая. Просто бомбическая. Моя любимая насадка массажная, практически каждый день ей пользуюсь. Тут и написано, что ежедневно можно пользоваться, а вот отшелушивающий 1-2 раза в неделю. По поводу аппарата для очищения пяточек от нежелательной кожи, да, полировка, ничего особенного я в нем не увидела. Я очень люблю гаджеты, поэтому все, что выходит в Oriflame, я сразу покупаю. Но от этого аппарата я не испытываю никакого восторга, абсолютно обычный. Я то же самое могу сделать обычной пилочкой. Ну, прикольно, ну да, он сам вращается. Ну, современно, круто. Но если вы выбираете что-то, что себе взять, да, полезное, то я бы лучше на эти деньги взяла коктейль Wellness, однозначно, или витамины.
потому что это будет и польза для здоровья, и все такое. А пяточки берите, если у вас, как бы, да, вы можете себя побаловать и не экономите. Так, здесь у нас все без скидок, поэтому не останавливаю внимание. Про wellness — это отдельная тема. Wellness — пить нужно, это наше здоровье, это красота кожи, волос, это общее состояние всего организма. Мы с вами в организм заглянуть не можем, к сожалению, мы не знаем, как у нас там печенка, как почки, как сердечко и так далее. Пусть за этим следит wellness изнутри, потому что он позаботится о нас изнутри. И внешне мы, соответственно, тоже будем такие же, как и внутри. Так, далее. Серия Элио. Я ее просто обожаю. Серия не дешевая, но в этом каталоге огромные скидки, поэтому балуйте себя. Я обожаю шампунь Элио. У него чудесный аромат. Вот он у меня просто сейчас один. Нету кондиционера, но я их столько за все время, вот когда серия вышла, столько их использовала. И маска потрясающая. То есть этот, чтобы волосы кайфовали, и вы тоже, потому что и по качеству, и по аромату вообще все очень круто. Так, дальше, тоже все по уходу за волосами. Покажу вам, какой объем классный у шампуня. 250 мл, такой большой флакон, очень концентрированный. Сразу всех предупреждайте и сами помните, у него расход минимальный. На вот мою шевелюру, у меня волосы ниже талии и густые, у меня буквально вот чайная ложечка. Я наливаю в ладошку, взбиваю пенку, первый раз мою голову, смываю все, второй раз все, волосы чистые. Не перегружайте волосы шампунем, потому что его достаточно трудно вымывать. Это профессиональная серия Hair X. Она ухаживает за волосами. И, может быть, вам покажется, что есть какая-то тяжесть на волосах. Это может быть только по одной причине. Слишком много шампуня нанесли и плохо промыли. Поэтому просто сделайте все как надо и будете кайфовать. Тоже бальзамчик есть, но вот из ванной взяла, вот, у меня там водичка протекает, душ попадает на него. Тоже обожаю этот бальзам, все время заказываем. Ой, погром. Классный. То есть для волос нужно подбирать хороший уход, и благо, что у нас выбор есть, и он просто огромный. Так, для щетки этих расчесок я просто рекомендую вот взять вот это вот баловство, 169 рублей, инструмент для чистки расчесок. Взяла свою расческу, вот просто вот так вот выгребает из нее все, что вот мы не смогли рукой забрать. Смотрите, сколько сняло, хотя перед этим руками все почистила, еще пучок волос. Вот, классная штука, малюсенькая, места много не займет, поэтому берите, и пусть расчесочки ваши будут всегда чистенькие. CC-крем для волос. Следующая страничка, скидка 50%, рекомендую брать. Очень много показаний у этого продукта, то есть он и защищает от повреждений при расчесывании, и при горячей укладке защищает. Дает эффект кондиционера, антистатический эффект тут же, увлажняет, питает, придает волосам блеск и ускоряет сушку феном. И, по-моему, там еще есть куча показаний, которые здесь не отразили. Как им пользоваться? Это крем. То есть мы вот так вот прыскаем, не буду прыскать, потому что руки сейчас мыть не побегу сразу. То есть мы распыляем на ладошке чуть-чуть, вот так растираем на ладошке. И потом наносим уже средством на сухие или подсушенные полотенцем волосы. От середины до длины кончиков, до самых концов кончиков. Потому что не надо наносить на верхнюю часть головы, потому что будет перегруз большой, да, и волосы будут выглядеть немножечко, может быть, не свежими. Поэтому только на ту часть волос, которая у нас отросла, волосы становятся сухие, безжизненные, и мы их просто восстанавливаем этим средством. Так, здесь, вот в принципе, для моих волос, я не знаю, может, я такая уникальная, мне подходят все шампуни, бальзамы, кондиционеры, то, что есть в Oriflame, я постоянно миксую эти серии, чередую, я возьму, могу взять из этой серии, могу взять из Hair X или Elio, я от всего балдею. Если же у вас волосы капризные, то вам нужно почитать, для каких типов волос, подойдет, не подойдет, чтобы не было такое, купили, попробовали, не понравилось и поставили на полочку. Поэтому подбирайте по описанию, выбор огромный. Так, вот эта штучка на странице следующей. Это масло для сухих волос, пшеница и кокос. Очень оригинально, как ей нужно пользоваться. Обязательно нужно перед применением помыть голову. Пока вы голову моете, маслице положите в стакан с горячей водой. Пусть оно нагреется. И
потом выдавливаете, отламываете этот кончик, выдавливаете на ладошку, также растираете на пальчиках, переносите на влажные волосы, и волосы кайфуют. То есть это средство, которое должно полежать на голове хотя бы, да, там полчасика, а потом вы только смываете шампунем. А то будет жирновато и тяжеловато. То есть все, в принципе, просто, но нужно уделить время, чтобы волосы выглядели хорошо. Следующая страничка радует нас, серия Love & Care. С миндалем. Очень вкусный аромат. Нежный, такой приятный. Я брала все продукты из этой линейки. Некоторые перезаказывала. Мне она нравится, эта серия. Мне нравится ее изящная чистота такая в дизайне, красивая. Мне нравится аромат, качество. Поэтому я эту серию рекомендую с удовольствием. Тут у нас все малышковое. Я вам покажу бальзамчик. Я его просто обожаю. Он пахнет клубникой. Вот видите, один заканчивается уже. Пахнет клубничкой, он бесцветный, то есть он не дает никакого цвета, просто вот блестят чуть-чуть губки. Обалденно, просто классно увлажняет губы. Я им пользуюсь постоянно, он у меня всегда под рукой. То есть я выкрутила, нанесла, вот прямо сейчас, и кайфую. Все, губки мягенькие, губки ухоженные, потом куда-то идти. Я, например, под сухие помады могу наносить этот бальзам. Просто когда там выйти во двор, чтобы не красить губы, я просто наношу сюда этот бальзамчик. Он кайфовый. Хоть он и детский, но я его очень люблю. Так, это серия для мальчиков у нас. Детские омега-3 и витамины, мультикомплекс. Тоже я не просто рекомендую, я настаиваю, не экономьте на своих детях, на их здоровье. Потому что чем больше, чем качественнее вы им сделаете закладку с детства, с рождения, тем здоровее и умнее вырастут ваши дети. Поэтому омега им просто необходима. Следующая страничка – это уход за телом, то есть увлажнение, питание кожи. Я вам покажу свой любимый лосьон. В общем-то, это лидер по ароматам среди всех моих перепробованных мной. Это кокосовая вода и дыня. Такой чудесный, свежий, фруктовый аромат. Просто обалденный. И по поводу качества лосьона скажу, что мне он очень нравится. Смотрите, он жиденький, но не стекает. То есть я нанесла каплю, даже вот перевернула, потрясла, она не утекает. Но в то же время, видите, он какой прям легко скользит и легко распределяется по коже. То есть он не застревает на одном месте, он двигается. Вот. Классно впитывается, чудесно пахнет, кожа мягенькая, гладкая после него, я кайфую. А есть два еще лосьона парфюмированных, то есть они подходят к двум нашим ароматам. Обращаю ваше внимание, ценник одинаковый, объем разный, здесь 150 мл, в этих 200. Поэтому эти чуть-чуть будут побольше. Но если у вас какой-то из этих ароматов есть, то, конечно, всегда рекомендую подбирать крем под ваш аромат, чтобы усилить аромат, чтобы сделать, чтобы не было какого-то там, не знаю, отсюда одним пахнет, отсюда другим, да, аромат смешался и непонятно что. Чтобы дополнить аромат и продлить его стойкость. Вот для чего нужны парфюмированные лосьоны. Так, далее серия для ног. Да, лето пришло, ножки оголяем, поэтому нужно смотреть, чтобы все было идеально. Пяточки, ноготочки, пальчики, чтобы не было нигде вот этого шелухи, трещинок и так далее. Да? Пяточки должны быть идеальны. У нас все для этого есть. Покажу вам крем, который открыла просто для себя. Но это было для меня реально открытие, потому что крем, ну, просто очень-очень классный. Сейчас покажу, как он работает. Вот так я выдавливаю капельку. Опять на это же место. Вот сюда нанесу его. Он как-то невероятно делает ноги очень гладкими. Он, это увлажняющий лосьон. Очень удобно то, что есть дозатор. Как вы знаете, я все люблю с дозаторами, чтобы быстро нажал, выдавил и все. То есть удобный флакончик. И надолго хватает. У меня этот лосьон уже достаточно долго. Я, конечно, не каждый день им пользуюсь. У меня и другие есть кремы. Но он какой-то особенный. То есть после него пяточки прям гладкие-гладкие, как у младенчика. Поэтому рекомендую, берите. Вот кто-то спрашивал, там пяточки трескаются. Да, пожалуйста, возьмите маску, возьмите носочки. И еще рекомендую, конечно, для пяточек, которые трескаются, это смягчающее средство наше. Делайте его как маску, чтобы прям вот он напитал кожу. Ну, не будет трескаться. И, конечно, посмотрите по изнутри, потому что трещины, они же не просто так возникают, да, это что-то внутри идет. Так, что здесь?
Ох, не взяла сахарный скраб, у меня он тоже есть. Мой один из любимчиков прям вот продуктов, обожаю этот скраб. Он у нас, наверное, уже давным-давно в каталоге, сколько лет. Я его все время заказываю, когда он со скидкой. И он просто крутой. Вот такое чувство, как будто медом просто тело натираешь. Кожа мягкая становится, такая гладкая, напитанная. Супер. Лосьон не брала. Не знаю, что это за продукт, не пробовала. Видите, вкусное. И мыло красивое, крем вкусно, красиво. И на подарок надо будет просто заказать. Вот я клиентам заказы вкладываю. Хочется вложить что-то оригинальное. Не то, что постоянно в коллекции, а то, что изредка бывает. Многие этого не видели, не знают. Поэтому я вот такие штуки беру на подарки. На этой страничке тоже есть мой любимчик. Сейчас покажу. Это гель для душа с лимоном, вербеной. Ой, упал и сразу стек. Тут прям капельки остались чуть-чуть. Я его уже домываю, уйдет в пустые баночки. Классный флакон. Удобный. То, что с дозатором. Большой объем, 300 мл. Качество просто бомбическое. Здесь натуральные ингредиенты входят в состав, поэтому он, конечно, необычно отличается от всех гелей, наших кремов для душа. Хотя они у нас все прикольные, но этот реально отличается. И тоже концентрированный. Очень. Вот вы видите, он какой густой, еле-еле стекает, вот медленно. И поэтому расход тоже маленький, надолго хватает. Я уже не помню, когда я этот флакон открыла, он никак не закончится. Конечно, он у меня не единственный, еще много разных гелей открыто. Так, здесь все миленько, поэтому пролистываю. А новые дезодоранты у нас вышли. Самые разные варианты, какой вы хотите, на любой вкус, да, для спорта, светлый, более ровный, светлый тон кожи, господи, что такое, с осветляющим эффектом, я зависла, надо почитать повнимательнее, что здесь такое, то есть мы подбираем, что мы любим, мой любимый, который не оставляет следов на одежде, потому что для меня это стресс с юности, когда вы помните, может быть, у нас были дезодоранты, когда они только появились, они всю одежду портили и не отстирывались, то есть его никак нельзя было вывести. Все, этот же просто прекрасен, поэтому я даже другие не читаю, для меня это номер один, всегда его беру. Ура! Наконец-то пришло лето, и мы можем себе позволить греться, тешить себя, да, баловать солнышком, но балуем мы себя не просто так. Кстати, не взяла этот солнцезащитный крем, забыла приготовить. Вы знаете, надо подбирать по своему цвету кожи. Потому что если кожа очень светлая, то сгореть легко. Лучше брать там побольше SPF, потом потихонечку снижать. Но у меня кожа не сгорает. Я беру себе сразу SPF 15. И все лето с ним загораю. Очень кайфово, защита кожи идет. Загар ложится ровный. Вот. После загара рекомендую лосьончик. Я вот тоже себе взяла лосьон. У него небольшой объем, но я вот его пробовала уже. Он такой гладенький, легкий, смотрите, просто вот прям я как будто водичку по коже нанесла. Пока не знаю, еще я не загорала. Один раз только вышла, прям по 15 минут с каждой стороны полежала. И не стала этим лосьоном мазать. Честно говоря, просто про него даже забыла. И кожу не жгло, потому что я прям чуть-чуть вышла на пробу. Но зато я попробовала автозагар. Новый автозагар себе заказала. Смотрите, буквально вчера я им мазалась. И вы видите, я намазала кожу, да, всю руки вот распределила, везде ровненький загар. А потом руки смыла, и видно, задела, и у меня вот тут вот белые пятнышки остались. То есть где вот с этой стороны хорошо промазала, а с этой нет. Смотрите, какая разница, да, не знаю, видно на камеру или нет. Но кожа просто вот реально красивого, приятного цвета загара. Никакой рыжины в нем нет. Просто супер чудесный продукт. Но смотрите, аккуратнее им пользуйтесь. Во-первых, сначала нужно тщательно отмыться, прям отдраить кожу со скрабом. Потом промокнуть полотенцем, не тереть, потому что если вы начнете тереть, может быть, поднимете где-то какую-то там кожу не отодравшуюся. И средство ляжет неровно. То есть хорошенько отмылись, промокнули полотенцем и распределяем быстро и ловко, то есть чтобы не было пятен, потому что я вот, видите, напятнила немножко, но ничего страшного, он смывается постепенно, также смываем со скрабом и заново наносим следующий слой, тогда будет ровненький всегда загар. И вот что я рекомендую, просто балдею от этих варежек, у меня их две, но я взяла вам одну показать, это прячется сюда.
Смотрите, она у меня уже вот с момента, как вышла в каталоге, наверное, 2 каталога назад появилась, она пухленькая, классная, очень хорошо на ней вспенивается гель, крем для душа, даже скраб нашел на нее. И какое чудо, когда вы сразу на 2 руки одеваете эту варежку, вот смотрите, раз, одела. То есть, во-первых, она на любой размер, если рука большая, то она растянется, но она не слишком большая, то есть у меня рука не крупная, и она мне комфортна. Как удобно, когда сразу 2 руки с мочалочкой. Попробуйте, какой это кайф сразу тереться с двумя. Поэтому я сразу беру парочку, и когда я их сушу, я достаю вот эту петельку и вешаю на нее, поэтому не отрезайте. Потому что мочалки должны хорошо просохнуть, чтобы с них стекла вода. Вот, рекомендую, просто бомбическая штучка. Подходим к концу. Один тоже крем покажу еще с миндалем. Это та же серия Loewenkea. Обратите внимание, огромный объем XXL, 150 мл. Мы обычно привыкли крем 75 мл. Это в 2 раза больше, и всего за 119 рублей. Чудо крем. Давайте нанесу его вот сюда. Еще сюда не мазала. Смотрите, густой. Он прям такой вау-вау. Густой, видите? Он не так, как те лосьончики. Но он и не такой густой, как был крем мед и молоко для рук. Он тот слишком прям густой, не всем он этим нравился. То есть наносим, он хорошо впитывается, нету жирного, неприятного такого последа. И он классно питает. Вот мой любимчик. Скорее всего, опять закажу, проверю, может быть, еще в заначке есть, потому что зимой я их много-много закупала. Но, к счастью, они нравятся не только мне, и мне их постоянно разбирают, и я пополняю новые запасы. И этот крем Silk Beauty, он тоже большой объем, но этот аромат я не люблю. Какой-то вот не мой аромат, поэтому я его никогда не беру. В моих заказах вы его, если увидите, то значит кто-то из клиентов заказал. Смотрите, какая прикольная варежка. Мы можем ухаживать за ручками и сидеть в телефоне. Очень подходит для тех, кто работает онлайн, и вам нужно, чтобы все время быть на связи. Так, серия с кокосом. Кокосовая вода называется, сразу скажу, крутой крем для лица и тела, очень крутой, но я им использовала только на тело. 2 или 3 раза брала себе этот крем, нравится. А вот скраб для лица, я не знаю, для какой кожи его изготовили. Девочки, кому нравится, напишите хотя бы, какой у вас тип кожи, кому его рекомендовать. Потому что для меня он слишком грубый, настолько жесткие вот эти вот частички отшелушивающие, что я его могу использовать только куда-то вот руки, ноги. Я им его вымазала, на лицо нет, вообще никак. Но вот этот крем крутой. А с этой стороны у нас серия с папайей. И, кстати, эта серия нам всем полюбилась. А где он? Не взяла. Ну, хорошо, я показывала его в обзоре. Очень классный. Вот первое средство – это очищающее для лица, да, чтобы удалить все загрязнение. Это молочко. Наносите на мокрую кожу, на влажную кожу, смываете, ну, массируете, смываете, потом желательно какой-то тоник подобрать. Можете серии Optimal взять, серии Aloe, то есть тот, который подходит для вашего типа кожи. А потом крем наносите. Вот крем, он просто волшебный. Вот честно, я просто бы его ложками ела, потому что он настолько вкусно пахнет и так красиво выглядит. У него такой приятный персиковый оттенок, рыженький. Крем крутышка. Я их себе кучу заказала. Буду мазать шею, тело. Хоть и дорого выходит, но такой запах. Просто вау. Вот, расческа. Ну, вы ее уже видели. Кстати, мне она понравилась. Из всех вот расчесок, которые у нас были в Oriflame, это лучшая. Удобная ручка. Прекрасный вот этот материал классный. И самое главное, это вот шипы. Вот, ну, смотрите, год у меня этой расчески, и только сейчас начали облетать. И то, может быть, я вот этими царапками сдираю, потому что я стала активно чистить вот этими вот штучкой. Но расческой я очень довольна. И все равно расчески нужно менять периодически, поэтому можно ее, например, выкинуть и купить новенькую. Недорого. Так, что здесь осталось у нас? Это сухой шампунь. Я думаю, что этот продукт, наверное, можно отнести к бомбическим продуктам, потому что уже не знаю, как без него жить. Мы постоянно заказываем этот сухой шампунь. Перед употреблением нужно взбултыхать. И пользоваться им часто не нужно. А вот действительно, когда экстремальная ситуация, вам нужно неожиданно вдруг куда-то пойти, а голову мыть вы уже не успеваете,
А выглядеть всегда нужно хорошо. Помните, да, что мы представляем шведскую компанию. Мы лицо шведского бренда, поэтому всегда следим за своей внешностью от кончиков волос до пяточек. И быстренько нанесли, взбили, да, на волосах, расчесали, и волосы выглядят сразу, как будто вы их помыли. Но после того, как вы сходили, желательно сразу помыть голову. Помыть уже нормальным шампунем. Так, далее. Новые продукты. Здесь у нас три комплекта. Это все гели для душа. Раз, два, три. С разными ароматами. Выбирайте на свой вкус. Очень выгодное предложение. За 79 рублей 250 миллилитров и кусочек мыла 65 грамм по 49 рублей. Очень хорошее предложение. Поэтому я тоже обновлю запасы мыла. Попробуем новые гели. Пока не знаю, какой выберу, но вот с апельсином точно. Этот же у нас с апельсинчиком. Так, это с апельсином. Этот у нас какой-то интересный лайм имбирь. Будет такой свеженький аромат, тоже мне нравится. А этот у нас будет аромат макадамии. Ну вот все классные. Надо просто все взять и побаловать себя как следует. Вот такой чудесный каталог. Я вам желаю вкусных, классных покупок, чтобы все вам приносило удовольствие. Если я про что-то вам не рассказала, может быть, забыла, пропустила, просто пишите вопросы в комментарии, я всегда на них отвечаю с удовольствием. Если есть свой собственный опыт, и вы готовы поделиться, тоже пишите в комментариях, потому что их люди читают. И для нас очень важно, чтобы все покупки были в радость. Поэтому делитесь. Не жадничайте. И до новых встреч. Если видео, кстати, понравилось, ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. До встречи. Пока-пока. GoPro Stop Video.